Налево-направо посмотрели. Топливо 1,5 часа. Ну, у нас быстрее, как обычно, закончится холфером. Ты РВР включал? Просто я не могу понять, это десинхрон или ты не включал? Скорее всего, сейчас посмотрю. У тебя... А, да, я туда не проваливался. Нажал, да? Да. Все. Ну, армировал я тоже все. Да я, чтоб не это... натыкать. Все, это мы сделали. Отстрел уже можно, наверное, включать. Ибо мы одни. Так, проверим вооружение. Помни, здесь коварные чайки и рельеф. Чайки нам еще не мешали. Они тебя отвлекают. Ну да. Да, да. Никогда чайку просто не видел.
Так, здесь горы, этот момент я не учу. Нет, не должно Вроде быть. нормально там более-менее. Дальше равнина, там небольшие бугорки, но не страшно. Может карты высоту вывести туда. Не, подожди, мы то в ту гору будем перемахивать или нет? Нет, наверное, которая мы... справа, Да, но мы нет, слева. которая спереди. А, нет, спереди, да, конечно, да. Почему я на карте не видно? Или я слепой? Сколько до... Куда ты еще точку ставил? Так, ну мы сейчас на второй идем, следующее да. уже РП. Сколько до РП? А, нормально, мы сейчас... Да, мы сейчас, наверное, будем уходить. Не будем. Ну ладно, тут невысокое что-то перескочим. Странно, что я на карте не вижу. Что не видно? Да, провода, ты под ними пойдешь, да? Да-да-да. Ну вот гора перед нами, да? Гора перед нами. Но на карте ее нету. На какой? На F10. Что они не считают ее горой. Как так? Ну пустыня, вот я смотрю, пустыня перед нами. Ну вот, вон там гора, дальше. Масштаб а, ты выйдет. Хочешь сказать, что до нее еще прям. Да. 13 километров до РП. Так, ну я. А, не, я не увижу, наверное. Ну ладно, сейчас уже буду готовиться. Еще можно по низам полететь, я думаю. Ну ты к горе поставил точку, да? РП. Точку поставил РП, но там... ну там предгорье, да, ты увидишь, там дорога идет. Ну, мы сейчас до горы дойдем, будем поворачивать. Mm-hmm. То есть мы будем, нам нужно будет правому строить выходы. Mm-hmm. Вот. РП, от РП где-то уже 10 километров. Там еще следующее, но ты видишь по обозначениям, это наше. Да-да. Уже можешь чуть-чуть набирать высоту. Угу. Что здесь холмисто, здесь я не вижу. Ой, там город. Давай слева снизу отвлечу. Ну а чё ты боишься его? Ну, в нашем спокойно. Ну да, мы еще не долетели, у нас сбоку только наша площадка сейчас. А, это площадка у нас получилась. Ну да. Сейчас на точку смотрю, да если выведешь, то индикатор.
марку, то есть. Поднимайся еще выше. Сейчас вид камеры включу. Ну вот цели уже видняются. Уничтожены танки, БМПшки. Так, БМП. Блокпост. Так, БТР. Ну, стандартно с этим, с дотом. Радары нам в ту сторону светят. Светит БМП. ТС, пятерка. Что старая? А, пятерка это С-200. Старшая штука. Замедляет. Сколько расстояние далеко еще? 6 километров, но здесь уничтожена техника пока что. Угу. Так, ну мне надо осматриваться. Я сейчас тебе ходу не скажу. Осматривайся. Отработаем по нему или оставим пушку под него? Но оно будет мешать заходу строя. Лучше давай с ракеты пара. Правее тогда немножко это Делаем. Она мешает будет постоянно напрягаться. Каш, когда поворачивать? Все, держи ровно. Угу. Поворачиваю. 5,7 будем отработать. Угу. По готовности, да? Работаю, да. Работаю. Мы левым сможем уйти? Да. Уходи левым, я еще хочу тот пятачок. Там тоже, видишь, через дороги справа. Даже есть какое-то поселение, там оно стоит. Все, отворачивай. Там по расстоянию 76 до точки на 10 отходи на РП.
Ну, РП уже прошли. Да. Ну, давай тогда потихонечку разворачивайся. Чисто. Но все равно, если есть возможность, сходи, наверное, лучше в горы. Ну да. Давай заберем. Дистанция какая нормальная? 8,9. Давай 8,5 работы, наверное. Работаем. Не отворачивай там сразу танк. Угу. Отверну, наверное. Работаю, не надо. Да, да, да. Ну, после. Отворачивай. Да, поразил. Ну там звука стоит, сейчас по ней отработаем. Давай потом. Я просто пока переключился на хай. Уже решил не рисковать, там современные танки. Угу.
Сколько до цели? Так, блин, там заушка за зданием. Надо ближе будет подходить. Сейчас. Тверчик. Сейчас отработаем, наверное, по танку с хай, а потом по заухе. Да, давай. Работа. Секунды. Да не. Еще за. А, давай по этой отработаем потом. Хотя нет, это опасно. Сейчас вернусь к ней. А, вот она. Девушка, да? Блин, она за деревом. Можно левее, правее, левее. Давай левее немножко. 6,7 дистанция пока позволяет. Просто я не уверен на 100%, что это она. Это не она, да? Шумка там была какая-то, да? Сразу от ворот. Готов, работаю. Работаем. Если крен, то влево, не вправо. Угу. Да, ну хотя тут 5 секунд уже пофига. Отворачиваем. Угу. Десят уже подлетает к нам, так что. Или у тебя не в автомате байпас? Сейчас байпас переключу тогда. Вот он повесил, видишь, 6 мавриков. И там штук, наверное, 40 этих ПКВСов. Он может залпом будет работать по одной. Зависит что-то. Или зависит, отлично. Да. Вот нормально. Словит этот поток воздушный, будет на нем висеть. Стрелять.
давай влево выходи, нам влево и слева от города нужно будет работать. Слева от города. Левым выходи. Так, слева от города или слева? Да, справа от города, да. Левым выходи, справа от города. Обрати внимание, у тебя такие щитки, они у тебя дрожат же, да? Да. Прикольно. Так, что-то смотрел, сколько щит. Доворачиваю? Да, доворачиваю. Работаешь? Hi, Skype. Работаю. Работаю. Свет. Сначала поищем. Угу. Степять, я работаю. Вот. Трекает, я немного не скучаюсь. Угу. Скорее всего, десятка, мы просто лучше попадаем. На всякий случай. Десятый, блин, с нами будет работать. Угу. Фигово, фигово. Altitude low. Altitude low. Да, на связи. Да, окей, меня сбили. Да, не заметил откуда. Сбили. Интересно, его сбило. На какую вообще затею? Интересно, что
лампу не заметил радиолокационную. Было включить. А он там падает. Прям по курсу, видишь там. Ну, может, то, что нас облучало, его избило. Возможно, да. На пульс? Ну, сейчас я хочу танки поискать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. На блокпост 100, давай тогда, наверное, отработаем. Ну да. 8-8. Работаю. Работаю. И не отворачивай 7 дистанции еще. Пойдем посмотрим. Ох, что-то он перелетел сильно. Работаю повторно. Давай. А подожди, стой, уничтожен. Ставить. Ну, какой-то там хаос был, а и дэмэдж 17%. Но у него люки подняты. Видимо, другой задели. А, хаос, все, работаю по боку, по этому, по дотам. Да. Там здание с огневыми точками, но его можно и пушкой отработать. Этот дот можем и не забрать сюда. Вот. Сейчас по БМПхе, наверное, отработаем, потому что у нее эти птуры, она еще опаснее танк. Угу. Ну, да. Давай, наверное, БМП отработаем. Работаем. Так, 5.3 и отворачиваем. Попадание. 10 секунд. Как там у этого у 24-ки озвучка? Попал, командир, попал или что-то типа того? Не знаю. Не видел этот Петрович озвучили? Ну, дичь какая-то сейчас. Ну, я знаю, что его озвучили, да, просто, видимо, все фразы не слышал. Ну, зайди на YouTube, посмотри. Ну, Джорджа там тоже они что-то подтвердили. Больше разговаривает. У нас два хофера осталось. Угу. Тоже можешь строить разворот, тут далеко не надо. Какое-то ж ПВО тут должно стоять. Мы просто ни одно ствольное, ни ствольное, ЗРК не забирали. Так, БТР я видел. Что-то ж его сбило. Угу.
9.3 дистанция. Угу. Нет, не вижу тепла. БМПшки. Давай. 7.4. Готов. Работаю, да. Так. Так, ну что, дот, наверное, добираем. Мы его так, да, больше давай. Ничем не доберем. Да, давай. И можем с... Так, работаем. Да, можем. Можем вообще сначала на раме. Ну ладно. Дот мы этот все равно на раме не заберем. А, ну да, там нет, не КПП. КПП обычно на раме можно забрать. Эти два дистанции. Что, забрали его, не забрали? 88%. Ну что сказать, блин, три хеллфайера на дот, это мощно. Так, по одному залп ставите? Да, да. 4-4. Еще и в бокс скидывает. Попробую парировать. Как это? Попробуем. Бля, его вообще нет, справа, надо, справа. Надо, ну, потому... надо в дом, наверное, попал это. Ну, хаос дэмэдж, кстати. Но. Сейчас уже ближе. Попал куда-то, да? Угу. Да, пора. Так, ну на пушечный, наверное, подходить не будем. Не. Чревато. Перезарядку будем на подскок или пойдем нормально? Подскок тут совсем рядом. Подскок совсем рядом. Давай подскок тогда уж, ладно, фиксируем. На карте вроде бы вижу, куда идти. Да. Да.
Заземляю. Три, шесть там уже. Кружок дашь. Угу. И как там? Джейбрейк, что ли, называется это. Когда резко останавливаешься, то есть сразу с разворота, грубо говоря, садишься. Ну, нет, правда. Ну, просто ты резко разворачиваешься и вместе с этим останавливаешься. Нет, там боком так идешь. Ну, нет, не боком, а просто, ну, останавливаешься. Это нормальный разворот, просто он резкий, и получается, ты просто сливаешь всю вот, ненужную тебе скорость благодаря такому развороту. Сейчас все движки выбрал. Я пробовал нахуй на этом, на Хьюике так садиться, но не могу, он очень быстро теряет скорость, но очень сложно угадать. Просто я не чувствую, что вроде бы летишь, но бах, он потерял. Сейчас тоже, видишь, очень быстро. Все, уже у тебя, по сути, переход. Но если здесь какие-то системы, то там же вообще ничего нет. Ну, я сейчас этими системами не пользуюсь. Я сейчас через стример все делал с сжатием. Он там уже никак не поможет. Видишь, ты зависаешь, садишься. Я пытался, понимаешь, сразу идешь, так разворачиваешься. Ты садишься, но это сложно, это надо. Но опять же, у него повозе, здесь можно с таким разворотом и кульнуться. На колесах, тем более на таких узких. Так, я вот думаю, на площадку или не на площадку? Да, давай на площадку, потому что, ну, как минимум поближе к машинкам. Прям на площадку-то не обязательно, но, ну, зачем рисковать, сидеть на площадке. Ты видишь, Игнатий, под нами что-то будет. Да. Танк что-то тут стоит. Это, наверное, резерв. Возможно. Может, как раз теперь. Сразу положили вещи. Так. Как сели? Нормально сели? Нормально сели? Сели нормально, да. Ну, этот и тот сразу, и туда, и сюда. Чё? И этот, как его, на ВСУ и... Зачем ВСУ? А не надо сейчас глушить, ну, забавлять обороты для перезарядки? В принципе, как мы выяснили, это уже нигде не надо. Если ты помнишь, у всех истребителей штурмовиков натовских не надо глушиться. А что еще не надо? Вертолетов, соответственно, не надо. У советских тоже, как выяснилось, не надо. Просто надо было на нужную станцию переключиться. И все.
Ну отлично, как раз сейчас Серега на F-16 отработает. Пока мы туда-сюда. Угу. Вот, и мы тогда продолжим. Так, там еще 2-10 идет. Серега с Харвами. Нормально. Так, все у нас вооружили. Мешать не будет. Да, можно взлетать. Я готов. На РП тебе сразу даю. Угу, давай. Как же его потом закручивать сразу же? Десятый идет к нам, поэтому этот включай, наверное. Байпа. Царь бомбу тащит на брюхе, когда он интересно скидывать быстро. Страничку Эйс не трогал? Нет, просто смотрел на нее, что? Ну что? Ну, просто чтобы там. Не, ничего не трогал, я только вепонах лазил. Забираем тогда этот самый дот. Да, там два дота, наверное, там еще второй блокпост.
да, тут два дота. Ну давай с того, кто вот так, бетеру еще. Там с пушкой что-то отработаем, интересно. Вот это что такое? А, вот это, кстати, тепло, походу, и есть. Дай-ка влево. Влево. Влево и желательно выше. Я не могу понять, это статик или это. Там просто у них что, что статик, что ивент этот, что чапорал один фиг нарисован. Похоже на статик все-таки отставить. Панику. Да, это статик. Так, ну что, разбираемся с лотом. Угу. Право кручу. Нормально, все, вот так, держи. Работай. Готовность. Работай. Работай. Ну, мы столько нар сюда зарядили, и БТР стоит, как стоял. Ну там мы много чего повредили, как минимум. Там много сообщений было. Ну БТР пушкой. Накрыть накрыли, это короче. Там справа кто-то летит. Харюк, что ли? Да, уже работает, успею, наверное, перейти. Так, ну работают, короче, я не знаю, или подождем, сейчас кружок сделаем, или пока. Ну что-нибудь там поищи. Все, он отвернул. Пока сейчас бетер за. Работаю. Работаю. Предупреждение не слышал, наверное, ГБУхами работал. Наверное. 3 секунды не отворачивай. Угу. Ну там, конечно, осталось. Или по доту отработать? По доту давай. Берем его, наверное. Тот добили или нет? Да. Дальность 5, 4, 8. Добили, да. И не отворачивай. Повторно возьму. Живой, давай повтор. Угу. А нет, блин, загорелся. Ну, может, посмотри, что он там надо. Подходим, под, не надо, подходим. Давай, посмотрим. Отработай сюда, нара. Давай. Ничего не повредилось. Так, третья станция, подожди. С этого с пушки заберем. Давай с пушки. Смотри, что на нас стреляли. Ниже уходим. А вот это
Работает по нам, работает. Сейчас. Откуда видел? Да. Хочется просто хеллфайеры тратить, потому что вот он уже флеш, он уже работает. Левей куда-то посмотрел, там реально. Ну там может этот БМП еще стоять сейчас. Это F-16 может. Да. Да и все, по их душ. Смотри давай. Куда-то отсюда, да, стреляли? Да, это там. Во флире посмотри, может. Ну там забрал БТР. Нет, правее. Правее. Правее сейчас смотри. Да, вот где-то здесь. По ощущениям было. Машинка, но за ухом мы это забирали. Давай подойдем поближе, будем смотреть. Угу. Это сверху проходит. С пушки походу работает. Да, работает с пушки. Поворачиваем. Не, ну давай круг, наверное, встань. Подожди, подойдем сейчас. Там, по машинке можно пушкой поработать, если не смысл. Давай левым кругом встану. Левым бортом. Лучше уйти сейчас за колонну и смотреть, кого она стреляет. Работаю по букам. По букам там Серега работает. Еще, ну давай сейчас посмотрим пока что. Так. Бочком лечу. Что-нибудь да найдем. Так. Видит, но еще не доехал. Или можем за колонну пойти.
спим пока что, это нормально просто. Чтоб у них тут просто где-нибудь одиночный какой-нибудь этот не стоял пикап. Так, а вот это дело меня смущает, сейчас отвернем. Близко просто уже. А. Давай, наверное, за колонну заходим. А там КП, КПП какой-то. Это уже следующие цели. Возможно, но они просто дальше нужного, мне кажется. Ну, наведешь сейчас на нее? Да. Сейчас... Ну, разворачиваться будешь. Километр там 3-4 вот эту дистанцию. Ну, что он боком далеко улетел. А, это он разворачивается. Ага. Там, слушай, из лужка все как положено. Где 9 я зул. Что еще раз? Зуха за этим, за блокпостом. Давай попробуем. Могу повыше сейчас. Не надо. Она откроется. Работаю. Работаю. Да, пора сделали. Три, отверни там танк, ты МБТР, поворачивай. Входит в город. Подожди. Я с хай работаю все равно. Работай. Все равно ты не все равно, мне же свестись надо. Не, ну ты ровно идешь. Цвет. Просто он в капонире. Боюсь, что по капонире попадет.
разворачиваю. Так ты предлагаешь, да? Не надо, сдалека, наверняка давай. Угу. С трех. Там дот еще стоит, но дот пофиг на него. Это дот. Хотя это, наверное, подожди стоит. Они не пойдут сюда. Не знаю. Конечно, сейчас самую гущу залетим. Не надо отставить. Нет, здесь мы, по-моему, не самую гущу вообще ни разу. Гуща там, далеко, далеко в другом месте. Что-то повредили? Да, дамажим много чего, но никого не убили. Давай еще туда. Тоже там много чего, но ничего не забрали. Это бункер, мы его вряд ли заберем с пушки. Не, блокпост и этот дом должен. Дамажится, но что-то слабовато как. Да, вот начал нормально уже, давай тогда. По дому, по дому. Что еще, еще? Увереннее, увереннее. Еще, еще. Еще чуть-чуть. Все. Critical damage. Да, где-то там миссил. Слева, но это скорее всего десятка работает. Да. Десятка. Ладно. В общем, в любом случае это не то, что нам нужно. Колонна зашла, сейчас спокойно как выходим на город и на четвертый ППМ. Ну да. Пушку убери. Зайди за гумл, чтобы я успел там рассмотреть хоть что-то. И на четвертый ориентируйся, просто за него пока не заходи. Угу. Десятый залетел дальше. Угу. Все, наверное, разворачивается. Да. Так, ну они по всем законам пойдут по дороге. Mm-hmm. Куда-то туда.
А, вон она, кстати, стоит она. Что прям там они ведут огонь. Далековато. Ты видишь, да, где я думаю? Да, да, да. Отрисовывается. Да, за ухо вроде торчит. Что там дистанция, дофига еще? Да, 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 да. Так, ППМ мне не будешь ставить, или фиг с ним? А таргет открыть? Таргет давай. Ну ты в принципе можешь точку маршрута поставить. Так же как и таргет поставишь. В навигационный просто режим перейти. Он, кстати, таргет ставит. Нормально. Ну? Если местность ровная, то почему бы и нет? Да. Я поищу пока что. Подходи. Да, давай. По дальности где-то с 8 скажешь. Угу. Там А10 работает. Пусть он этим и занимается. А там что-то на окраине, посмотри-ка по... Право, слева. Вот. Выше, выше и левее. Выше, левее, левее здесь? Левее. Да, да, да. Вот правее, выше. Чуть-чуть выше. Правее или левее? Чуть выше. Вот я как тебе сейчас говорю, так ты и левее. А здесь? Вот тут. А, левее. Левее, еще левее. Вот стоп. Сейчас посмотрю. И чуть выше. А, это, наверное, мышка. Вышка может светить. Так, странно. Наверное, да. Девять километров пока что. Восемь и два. Восемь. Так, ну давай. По готовности. Работаем.
так хорошо. Значит, попробовать. Угу. Не отворачиваем, продолжаем. Да. Ну, как это стоит? Пойдут по этой дороге они, пойдут по этой дороге. Давай по технике поработаем. Давай. Блин, за столбом стой. Право отверну, давай. Ну, вправо. Повернул. Ну там второй за деревом. Нормально. Работаю. Работай. Так, и 4, и 3, да? Смотри, огонь по нам, чтоб не вели. Деревушка городского типа. Наша пустая. Ну да. Отворачивай близко. Думаешь? Ну 4 уже было до тех, да. Отворачивай. Давай. Удивительно, как-то мало тут танков стоит. Ох ты. Так, судя по всему, у нас балки нету. Постовой. Та-та-та. Подожди, мы еще не упали. Ну ладно. Это Апачи. Да нет, мы не сильно упали на самом деле. Мы не так сильно упали, чтобы не выжить. Вот. Начали. Пожарничали. О, там нас сейчас наши подберут.